Праздник в честь открытия набережной в Ангарске длился весь воскресный день. В репортаж вошло далеко не все, чем в итоге запомнится горожанам эта дата. Сразу после программы новостей смотрите специальный выпуск, посвященный масштабному событию. Дождитесь подробностей. К другим темам. В Ангарске сотрудники полиции отряда спецназа «Гром» совместно с фондом «Город без наркотиков» арестовали предполагаемых торговцев гашишем. 42-летнего мужчину и его сожительницу остановили на улице Иркутская. При личном досмотре у женщины обнаружили около 30 грамм наркотиков, а по месту жительства оперативники изъяли еще 200 грамм гашиша. Оперативники выяснили, что зелье мужчина готовил для сбыта. Гражданин, который является основным фигурантом дела, был неоднократно судим за наркотики, за грабеж, за кражу и за тяжкие телесные повреждения. Последние три судимости у него было в 2015, 2018 и 2012 годах. И все три раза за торговлю наркотиками удавали условный срок. На этом находки наркоборцов не закончились. В Боханском районе по месту прописки сожительницы задержанного было обнаружено еще около 6 килограмм марихуаны. Сейчас мужчина находится под стражей, а его гражданская супруга отпущена под подписку о невыезде.